Всем привет, ребята! Сегодня 14 июля 2022 года. Скоро будет 6 часов и отшвартовка теплохода Сергей Кучкин. Сань, докормы? А нет, Сань, там новенький сидит. Не бухло. А ему бухло пошло. Вот такой вот Кучкин. Здесь нормально с отшвартовки добрали. А что там, подали, кстати, подали. Через улицу не могли? А, нет, далеко. Трос бы терся. Ну и терся, да. А он за чайку не спили на камере. А Достоевский-то не промышляет? Протягивает через полушек вот этот. Да. Не знаю. А она вот у них оттуда идет. Вот оттуда, да? Или нет, вот оттуда идет. А слушай, они тогда-то удобнее даже. А, вот они через роль спустили, через полушек, смотри. Ну да. Вон колышек, то есть они тянут. Они через волосы. Да. А что, они могли, кстати, вот за это? Да нет, далековатый. Нормально, через волосы купить. Здрасте. Сань, выложил несколько видео, ни одного лайка. Ребят, пожалуйста, ставьте лайки. У меня тоже ни одного, но у меня просмотров уже, да. У меня 3 просмотра. У меня по 100, по 200, по 400, 500, 600, 700. Пошли якорь снимем. А мы где в YouTube? Да, Касань тоже в YouTube. Вот, ребята, такой теплоход Сергей Кучкин. Верхний. Сергей Кучкин. А якорь... Сладко не поместилось. А, да. Не Сергей, а Сергей, ребята. Ладно, отшвартовка будет потом.